Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И с 1 ноября в Тикси стартовали веселые приколы 4. И сегодня мы о них расскажем. Да, всем привет. Вот условия акции такие же, как и всегда. Совершив покупку, за каждые 500 рублей в чеке мы получаем одну прилипалу на кассе. Но есть товары-спонсоры. Точно, есть товары-спонсоры. Вот с 1 по 14 ноября, допустим, купив 4 жвачки, получаешь одну прилипалу. Или купив 4 вискоса, получаешь одну прилипалу. За 2 товара одну прилипалу. Это вот соус или 2 шоколадки покупаешь, одну прилипалу. Катюш, переворачивай. Посмотрим, что там еще, какие условия. Так, смотрите, что еще есть. Один товар, одна игрушка. Вот эти товары с 1 по 14 ноября. Купив один товар, получаешь одну игрушку. Вот 4 товара, одна игрушка. За 2 товара одна игрушка. Вот 2 товара, одна игрушка. И за еще один товар 2 игрушки. А вот это да, вообще это круто. За супер. Один товар 2 игрушки. Напоминаем, с 1 по 14 ноября. Точнее, ставь лайк, если тебе это пригодилось. Один товар, одна игрушка. Тоже вполне выгодные предложения. Ну да. Здесь чипсики, газировочка. Не очень полезный товар, но все же. Вот так же 4 товара, одна игрушка. Это сок. Вот смотрите, что мы купили. Мы купили чипсы Лейс краб и чипсы Лейс с солью. За них нам дали одну. По одной прилипали. Прилипали, да. Но как... Всего 2. Да, всего 2 вот с этих чипс. Вот такой сыр. Сыр... Гауда, да. Золото Европы. За него нам дали 2 прилипалы. А за вот это моющее средство Фэри нам тоже дали 2 прилипалы. Да. Оно еще с губкой идет в подарок. Да. Вот здесь такая игра. Ну, это как обычная игра для прилипал. И еще тут представлены все прилипалы из коллекции. Вот да, здесь какие есть. И вот за эти 4 товара, о которых мы говорили раньше, нам дали 7 штук прилипал. Да. Ну, 6 за товары. Да, 6 за товары, а одну еще за сумму. Сумму вот покупки всех вот этих вот покупочек. Вот мы купили домик. Домик для прилипал в этот раз стоит 199 рублей. Если мы правильно помним, в прошлый раз, по-моему, стоило 299. Да, мне кажется, столько стоило. 300, я точно помню. Ну, 390. Вот этот красивый домик с другой стороны. Сзади, точнее, с другой стороны, здесь изображен это что-то типа комикса. Катюша, открой его. Посмотрим, что внутри. Сейчас. Вот тут места... для наших прилипал и еще продолжение комикса на крышечке. Открывается оно легко и закрывается тоже с помощью липучки. А давайте теперь самое интересное, я прочитаю, как называется каждый из прилипал и сколько их всего. Зеркач, Кнок Нокаут, Резвый Рекс, Мыслихват, Синьорита, Бригадира, Гантелькин, Пышка-вспышка, Шумный Шон, Бо-Бо-Болеро, Ушастик, КТ, Оракул Октопус, Сарделькин, Мистер Плут, Космоеж, Алмазный Ух, Фиалка, Донни Пони, Фокус-покус, Супер-дак, Капитан Бро, Рокопопс, Опасная Альпака. Крутые названия. Ставь лайк, если понравились тебе названия. Прилипал. Мне очень понравились эти названия. Вообще крутые. Угу.
Так, ну что, сейчас, наверное, перейдем к самому интересному. Будем открывать наши прилипалы. Да, давайте. Ну что, приступим. Так, давайте я возьму первый. Так, посмотрим. Сейчас откроем его. Или вот так вот попробуем. Сюда. Ну, не открывается. Ну хорошо, попробуем самым нормальным способом. О, открылось. Так, тут у нас котик. Честно, мое мнение, он немножко на сосиску похож. Но это мое мнение. А что у него в руке? У него микрофон в руке, как я поняла. Маленький такой микрофончик, то есть это какой-то кот, который поет. Да, и всего прилипал. Будет 24 да, в полной коллекции. Как в принципе всегда. 24. Давай посмотрим, как он называется. Да, сейчас я поищу, найдем его. Так, так. Вот он, это коте. О, это коте. А, кстати, коте, по-моему, еще встречался да, в какой-то... Да, я помню, в первой серии был розовый котик, его звали коте. Ребят, если вы помните, напишите в комментариях, в какой из коллекций был. Первый. Катя думает в первой. Я, честно, не помню. Напишите в комментариях. Так, давайте приступим к следующему. Так, он уже тут почему-то открыт. Открыт был? Не, он был как на открыт. Ну, вот тут просто, наверное, зацепилась. Так, ладно. Кто это? Это зайчик, который танцует, как я поняла. Прикольный. Ставь да. лайк, если понравился. Мне понравился, мне просто нравится сочетание такого фиолетового с белым. Это его шапочка такой. И поставь его. Шарфик. Да, давайте его еще прилепим так быстренько. Я не знаю, вам видно, тут он еще палочка такая, на которую он так опирается. Будет видно, будет видно. А сзади я вам не показала. Тут, ой, надо аккуратно. Сзади у него как это такой шарфик. Так, его. Как зовут? Зовут вроде как если фокус, это фокус, да. Давайте его поставим аккуратненько. Сейчас повернем. Вот фокус. Так, что же у нас дальше? Так, давайте дальше откроем вот эту. Так. Там что-то красное, мне кажется. Так, я надо достать. Ой. Ой, это повторка, жалко. Повторка? Это вот коте. Не повезло. Да, жалко. Это не вот повезло. Этот котик коте. Жалко. Ну, ничего страшного. Да, мы упали. Будем на обмен. Да. Давайте перейдем к другому. Все же. Может, тут надо новенькое. Так. О, здесь я вижу что-то новое. Только не... А, это собачка. Это собачка. Вот такой песик. Поставь его. Давайте поставим его. Красивый песик. Кому понравился песик, лайк. Поставьте, пожалуйста, песику. Да, он красивый. Мне он очень понравился. Миленький. А это, как я поняла, песик-супергерой, у него сзади этот плащ такой красненький, как у супергероя. Давайте найдем его местечко и туда. И как его зовут? Так, его зовут, вот он, да, Резвый Рекс. Резвый Рекс. Красивый, да, классный. Да, ставь его на место. Мне он тоже понравился. Так, давайте приступим к следующему. Так, ребят, поддержите Катю да, лайками, я не хочу, чтобы да, не чтобы попадались не там повторки. Ух, не повторка вроде, да. Это ух что, ты, это кто? На енота похож, мне кажется. Да. Давайте посмотрим. Красивенький. Красивый енотик, да. Как его зовут? А, его зовут мистер Плут. О, мистер Плут. Прикольный. Сам мистер Плут. Такой в масочке. А сзади у него что? А сзади у него, ну ничего, просто серенькая спинка. Мне кажется почему-то, что это енот, но я не уверена. Но красиво выглядит. Ребята, а вы как думаете, кто это, енот или кто? И где он вот у нас он, тут? Мистер Плут. Он мистер же, да. Плут. Да, он. Угу, сейчас ставим его на место. В домик. Так, давайте. Так, и у нас осталось всего лишь две прилипалы. Ох, не было повторок. Блин, опять повторка. Это собака. Вот что ж сегодня нам не везет, ребята. Да, опять собачка попалась. Опять. На
Ага. Ну ладно, отложим в сторону. Да, и последняя прилипалка на сегодня. Новенькое что-то, это фиолетовый. Мне кажется, это кенгуру. Я не... Да, это наверное, кенгуру. Ставка. Это, наверное, кенгуру. Ух ты, какая красивая. Ставь лайк, кому понравилось. Мне понравилось, красивая очень. Такая девочка. Да, я вижу, это девочка. Ее зовут Фиалка. Фиалка, вот. Сзади там. Фиалка. Покажи ее сзади. А сзади, вот, сзади она как выглядит. Угу. В принципе, хвостик. Ничего не отличается. Там а смотри. Если надпись «Стикис»? Сейчас. Мне интересно. Я на этих прилипалах. Я смотрю. Ну, пока что я не вижу. Нет. Нету, просто какой-то значок есть на них. Да, у тебя значок есть на них. Да вот смотри, вот здесь вот. Вот здесь какой-то значок. У меня просто кенгурушка такая. Ну, давайте ее поставим на место. Фиалочка. Ну, итак, повторок. Из 7 прилипал у нас 5 разных. Да. И 2 повтора. Ну что ж, будем собирать, и вы, ребята, собирайте. Это очень красиво. Всем удачи, очень хорошая и красивая коллекция. Желаем вам всем собрать как можно быстрее. Да. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.